Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, и это новый топ игрушек на канале Игры День. Сегодня я подобрал для вас самую свежую десятку офигенных мобильных игрушек и очень надеюсь, что они вам понравятся. Кстати, ребят, жмите лайки, если вам нравятся вообще топы, и как только мы тут набираем 2000 лукасов, я сразу делаю новый, поэтому дата выхода нового топа зависит только от вас, так что не скупитесь на лайки и, пожалуйста, нажмите большие пальцы вверх. Также, ребят, по ходу нашего топа будет засекречено по буквам спрятано слово, так что соберите его, напишите мне это слово ВКонтакте и получите стикеры или подарки в ВК. Кстати, стикеры и подарки ограничены, так что поторопитесь. Ну а так, досмотрите топ до конца, обязательно напишите комментарии, чтобы увидеть себя в следующем выпуске, и не теряем время, поехали! И первая игра на сегодня — это Черная Пятница, магазины зомби. Прям в тему, ведь Черная Пятница как раз идет, поэтому играть будет интересно. В этой игре человечеству так и не удалось избежать нашествия зомби, но с ними они успешно борются. Зомби стали уже такой повседневностью, и с ними привычно люди живут. Выходя на улицу или за покупками, каждый может встретить зомбака и просто стреляем ему в голову. Короче, покупки на самом деле важнее, таким образом мы просто не боимся, идем в магазин, берем свое снаряжение, пушку и отправляемся во все это дело. Тут берем разные покупки со скидками, все это дело покупаем и уже продаем через интернет, тем самым получая прибыль. Игра имеет множество локаций, магазинов, оружия, примочек, героев и даже наемников, поэтому игра просто супер такая разнообразная. На самом деле игрушка, как видите, обладает клевой мультяшной графикой, да и динамичным классным геймплеем. Короче, вперед за покупками. Идем далее, и следующая игра на сегодня понравится всем фанатам Fallout, ведь это самый настоящий карманный фолыч на Android. Перед нами офигенная фанатская ролевая игра, где мы будем выживать в ужасном разрушенном мире. В этой игре ваш герой будет перемещаться и исследовать мир вокруг себя, а вы будете следить за всем происходящим на страничках такого журнала событий. Прокачивайте своего героя по ходу игры, наделяйте его мощным оружием и боритесь со своими врагами. Разрабатывайте свою тактику ведения игры и добивайтесь отличных результатов, путешествия по такой огромной карте. Нам доступно множество примочек, в магазине очень много продовольствия, много локаций и врагов, так что будьте аккуратны. The Distortion — тестовая версия новой ролевой игрушки с огромнейшим потенциалом. Это ролевая игра, где мы будем сражаться, прокачивать своего героя и в дальнейшем, по сути, делать все, что нашей душе угодно. На данном этапе нам доступна такая локация, где мы будем в онлайне сражаться с другими игроками и показывать свой скилл. Нажимаем поиск и в бой с рандомным человеком, или же играем с другом по одному нику. Тут мы выбираем шмотки из магазина и атакуем своего врага. В игре уникальная система боевки с большим количеством комбо, которые мы уже смотрим в инструкции, запоминаем и используем все это дело, чтобы победить своего соперника. Игра только-только появилась, но при этом здесь уже много шмоток, каждый обладает своими уникальными особенностями, и вообще это такая ранняя версия, но при этом уже игрушка даже сейчас интересная. Тут что-то вроде такого файтинга, чем-то напоминающего своими комбо с Mortal Kombat, поэтому управление офигенное, и это именно не казуальная игра, где все заточено на графике, а именно на управлении и на самом интересе поиграть. Короче, ребят, давайте поддержим этот проект, протестируем его, и тогда все будет круто. RevHeads Rally — группа отважных экстремалов и адреналинщиков, влюбленных в автомобили, жаждут победить в этом заезде. Здесь каждый летит со скоростью света и старается обойти своего оппонента. В каждой команде есть свой стиль и харизма, и нам нужно выйти на эту гоночную трассу. Здесь мы сойдемся в битве с кучей разных гонщиков, и наша задача — победить в том или ином заезде. Короче, присоединяйтесь к этому веселью, игрушка проходит более чем на 20 заездах за такой кубок. Kingdom Rush Wagons. Могущественный маг Везнан снова вернулся. Отправляйтесь в эпическое путешествие и помогите ему собрать армию тьмы и воплотить в жизнь его хитрый план. Покажите королевству, кто тут самый настоящий босс, и победите своих врагов. Сражайтесь и покоряйте как новые, так и уже знакомые вам земли и столкнитесь с могущественными империями. Короче, офигенная ТДшка, так что зацените. NBA 2K Mobile Basketball — идет такая предварительная регистрация. Это мобильный баскетбольный симулятор с консольной графикой, доступен для предварительной регистрации в Google Play. Игроки могут посоревноваться в быстрых матчах 5 на 5 или собрать команду из более чем 400 профессиональных игроков, ну и пройти по такой карьерной лестнице. Red's Kingdom. Помогите Красному исследовать земли в удивительных приключениях. Безумный король-маг похитил отца Красного и украл золотой орех. Решайте головоломки, сражайтесь с врагами в таком королевстве, откройте для себя скрытые сокровища, собирайте орехи и прокачивайте свои навыки.
Assassin's Creed Rebellion наконец-то появилась в Google Play. По сюжету игры разворачиваются в Испании во времена, когда инквизиция действовала наиболее активно. Геймерам предстоит собрать собственное братство ассасинов, оборудовать штаб и выполнять тайные операции, направленные против тамплиеров. Troll Face Quest — новая версия. Стюпиделла — это очень обаятельная, но не очень умная принцесса из заколдованного королевства. Как легко догадаться, она никогда не блистала умом, поэтому ей нужен парень с мозгами, так что помогите нашей героине. Storm Boy The Game. Игра рассказывает историю мальчика по имени Майк Киндли. Он живет на юге Австралии, и мальчик находится оставленный родителями выводок пеликанов, один из которых к нему, в общем-то, привязывается, из чего рождается необычная, но очень крепкая дружба. Игрушка очень клевая, она вышла на все актуальные платформы, так что зацените. Ну что, ребята, на этом наш топ подходит к концу, и я очень рассчитываю на вашу поддержку. Обязательно поставьте лайки этому видео, пишите как можно больше комментариев и подписывайтесь на канал, и тогда вы всегда будете в теме всех мобильных игрушек. Ну а так, заканчиваем на сегодня, всем хорошего настроения и до скорых встреч, пока!